Сегодня волнительный и долгожданный праздник для выпускников школ. В этом году в Карачаево-Черкесии аттестаты получат 1616 одиннадцатиклассников. Из них около 600 в Черкеске. Сегодня в парке «Зеленый остров» республиканской столицы организовано красочное музыкальное представление. Примерно в 6 вечера юноши и девушки собрались около стелы «Дружбы народов», чтобы затем всем вместе спуститься на основную территорию городского оазиса. Здесь они запечатлели для фотоархива последний день школьной поры, ближе познакомились со сверстниками из других школ, а затем отправились в амфитеатр. В этот день именно для них звучат со сцены многочисленные поздравления от представителей региональных и городских властей, отставших родными педагогов. И в эти минуты в амфитеатре продолжается торжественный вечер для выпускников из Черкесска. На прямой связи наш корреспондент Артур Мкце, который, похоже, тоже проникся атмосферой праздничного события. Добрый вечер, Елена. На данный момент выпускной бал плавно перетекает в завершающую стадию. На юных, пока еще беззаботных лицах юношей и девушек можно прочитать целую палитру эмоций. От радости из-за завершения важного этапа в жизни до грусти из-за расставания с наставниками и одноклассниками. Но выпускной бал – это праздник, и на нем главные виновники торжества должны быть счастливыми. Елена? Спасибо, Артур. Поздравляем всех выпускников с окончанием школы.